Есть такое понятие слова самскара, дословно переводится как отпечаток. То есть мысль всегда перерастет в действие. Действие всегда породит последствия. Почему человек курит? Вопрос. Если думаться внимательно, вы увидите, что это абсолютно глупая, ничем не нужная вещь. Мы зарабатываем деньги, покупаем сигареты, так? Платим своим здоровьем, чтобы этот бизнес табачный процветал. И при этом мы умираем. Если сейчас посчитать просто, сколько вы можете сэкономить денег на этих сигаретах. Но человек, он не может отделить себя от своего чувства. Вот это желание получить табак в свои легкие лежит в его уме. Поэтому бросить курить невероятно сложно. Невероятно сложно. Проблема даже не в физиологии. Как многие говорят, там никотин копится. Не в никотине дело. В уме. Вы можете посмотреть на такую вещь. Зайдите с сигаретой, кто курит, в темноту. Полная кромешная темнота. И покурите. И вам будет очень тяжело. Потому что вы не видите, как дым входит в вас и выходит. Кто так пробовал? Или вы покушать в полной темноте, на ощупь. Там, в принципе, вы же едите, глотаете, какие проблемы. Взял кусок хлеба, проглотил. Очень тяжело. Нужно есть пищу. Я еще раз говорю, что ум делает образ. И вы, вот этот процесс курения, он в уме. Скажите, я курю. Стряхиваю пепел. Так вот такой-то у них вид. Вот так они делают. И заметьте, что похоже действие. У многих просто привычка. Вот здесь соска должна торчать, вот здесь, беломорина. Она должна быть во рту всегда. Если ее нет во рту, очень тяжело живется. То есть ум делает зависимость, создает зависимость.